PCP-винтовка Эдган Леший в калибре 5,5. Интернет-магазин «Попади в десятку». Как вы можете видеть, винтовки Леший по своему форм-фактору похожи на пистолет с прикладом. Для переноски или заряжания приклад складывается, и пуля устанавливается в заднюю часть ствола. В этой модели это свинцовая пуля калибром 5,5 мм. А также в продаже есть винтовки калибра 6,35 и 4,5. На конце ее приклада, одновременно являющимся ресивером, находится электронный манометр, который показывает и давление, и температуру. Гнездо для идущего в комплекте заправочного штуцера находится здесь же. Объем ресивера 54 кубических сантиметра, а приклад можно использовать как большой карабин. У пластиковой рукояти цепкая рельефная поверхность. Остальные детали винтовки стальные, а крепления под прицел и аксессуары являются одним целым с корпусом. Стоит обратить внимание и на саунд-модератор, в котором есть настоящие сепараторы, за счет чего он реально выполняет свою работу. Длина этой модели 735 мм, а ее вес всего лишь 1,5 кг. Купить такую винтовку может любой совершеннолетний гражданин. Для покупки потребуется только паспорт. Никакие лицензии или разрешения не нужны. А все потому, что поставляется она в ослабленном виде. Но для раздушки винтовки в комплекте уже все есть. Пневматика, охолощенное оружие, самооборона, луки, арбалеты и ножи. В магазине «Попади в десятку».Нарезной ствол у винтовки достаточно толстый, а на его конце установлен настоящий саунд-модератор. В нем есть сепараторы, и он реально глушит звук. У этой версии винтовки удлиненный ствол, длиной 350 мм. Но есть у него и более короткие версии, длиной в 250. Общая длина винтовки 735 мм, а ее вес всего 1 кг и 520 граммов. Вся продукция Эдган выпускается в России и проходит многоэтапное тестирование. Приклад у винтовки складывается, и в таком состоянии, особенно при скрученном саунд-модераторе, она имеет довольно скромные габариты. В таком виде нам открывается задний срез ствола, в который устанавливается свинцовая пуля. В нашей модели она имеет калибр 6,35. В нашем магазине вы можете купить эту винтовку и в других калибрах. И для покупки вам потребуется только паспорт, потому что прямо из коробки она поставляется в ослабленном виде. Но все нужное для ее улучшения в комплекте уже есть.